друзья, телочка наша подрастает, ей требуются минеральные элементы. Соответственно, хоть она и пьет молоко, но все равно эти соли, все это ей полезно. Вот сегодня Капитал Прок, купили лизунец. Мы делаем его просто, чтобы подвязываем. Делали на сложных подвязках, но бык, коров все равно ломают, срывают. А это просто и удобно. Вот повесили сюда. Сейчас она придет, познакомится и будет его лизать. Коровка наша тоже чувствует себя хорошо. Лизунец у нее есть. Соответственно, делали ей, хотели осеменить, не получилось, не успели. Теперь вот сейчас, через 15 дней, опять к нам придет зоотехник-осеминатор, ветврач. Будем через УЗИ, все вам покажем, все расскажем, как этот процесс происходит.